Вынеки деятельности за 2016 год сегодня подвели во управлении внутренних справ Гомельского облвыканкама. Лето в регионе зарегистрировано маль 14,5 тысяч правопорушений. При этом уровень злочинности, у тем лику подлетковой и рецидивной, снизился. Дякуючи проведенной профилактичной работе, полепшилась и дорожная обстановка. Колькость ДТЗ скоротилась прикладно на 15%. А маль настолько же снизился показчик гибели у авариях. Хочу сказать, что в целом оперативная обстановка по Гомельской области под контролем. Сегодня мы имеем положительные результаты в раскрытии общей преступности и по линии уголовного розыска. Раскрыты все убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования. Имеем высокий уровень раскрытия краж и других видов преступлений. За сухими лічбами статистики – штодзённая праца милиции. Лепшая оценка их деятельности стала меркование жыхароў Гомельщины. Так, по выниках мониторингу громадской думки, узровень доверу населенства до супрацовников милиции летость так само узрос и зараз складая 63,3%. По выниках минулого года лепшие супрацовники отрымали грамоты и новые звания.